Всем здорово! Вы на канале Поршень покинул чат, я Вадик с ТВ, и сегодня новый выпуск. Мы нашли интересную локацию под номером 2, горочка посерьезней. Будем испытывать Audi A6 Quattro. Полетели! Как вы видите, за мной находится довольно-таки серьезный спуск вниз. Сейчас Audi будет съезжать вниз, а потом она будет заезжать наверх. Давай, давай, потихонечку, потихонечку, нормально. Нормально, проблем нету. Машинка совсем справляется. Короче, мы решили на предыдущей горке ничего не делать. И мы решили предыдущую немножко пропустить, потому что проехавши дальше, мы увидели, что есть еще вариант немножко посерьезнее. Вот он находится как раз таки за мной. Сейчас я поднимусь наверх, покажу вам, что тут сверху и как это выглядит сверху. Только главное тут еще подняться. В общем, эта горка реально крутая. То есть, ну, максимально. Я не знаю, шансы есть у Audi, но, по-моему, они небольшие. Первая попытка неудачная. Смотрим дальше. Нет, тут шансов нет.
Ну, шансы были. Шансы были, но не небольшие. Audi не дала рады, не получилось, но это было, ну, немного больше половины. Дальше, я думаю, уже не стоит заезжать, потому что мы немножко поцарапали уже бампера, оторвали что-то тут немножко. В общем, подъем слишком крутой. Едем на следующую горку и пробуем наши силы на горке немножко послабее. Полетели. В общем, предыдущая горка была слишком крутая, у Audi не получилось, немножко повредили задний и передний бампер. Но это не так страшно, ничего не случилось, все в порядке, все живы, все окей. Там был немножко риск при сдаче назад въехать задом в дерево, но если держать руль прямо, как Андрей держал, все было четко и без проблем. В общем, сейчас будем пробовать заезжать на горку немножко послабее. Находится она вот здесь, за мной. Думаю, уже здесь шансов будет намного больше. Здесь еще также есть участок, который будет преодолеть немного сложновато. Я думаю, мы справимся. Не переключайтесь. Полетели. Вот он, этот участок. Ну, немножко больше разгона надо. Не хватает. Пошел, пошел. Ну тут уже дальше без проблем. Audi Quattro решает вопрос. Деньки. Тут с нами был поляк, который немножко нам подсказал, где есть участки. Где есть участки, которые... Еще раз? Ой, не вим, може. Наразі. В общем, подсказал нам, что здесь имеется. Вот, например, ту горку и там еще одну. Но с ними смысла нет, потому что, я думаю, за низкая Audi. И ну, это все-таки... Не машина, так скажем, для оффроуда. Это машина для таких, для снега, гололеда. Да? Audi сила. Audi решает вопрос. Audi King Quattro рвет всех на части. Если у вас есть Mercedes 4Matic, или у вас есть BMW X-Drive, или другие полноприводные машины, ну не считая джипа, потому что ну джип по-любому сделает. Если у вас есть такого типа машины, связывайтесь с нами, заедем вместе, испытаем машины, что лучше Audi или Mercedes или BMW. Короче, даже если у вас есть джип, приезжайте, попробуем заехать на эту горку крутую, потому что я думаю, ни X-Drive, ни 4Matic, ни... у них не получится, а джип шансы есть, небольшие, но... Они есть. Так что, если хотите вместе покататься, контактируйте с нами и поехали. В общем, ребята, вы были на канале. Пошлин покинул чат. Спасибо за просмотр. Обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, не пропускайте новые видео. В основном нас смотрят 95% людей, не подписанных на канал. И большая просьба от нас для вас, подпишитесь, пожалуйста. Для нас это делает огромную мотивацию. Мы хотим и стараемся делать новые видео для вас. Так что вы были на канале. Поршень покинул чат. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.